Живемо як у резервації. Про що свідчать дані моніторингу дотримання прав людини на Донбасі? Агенти змін. Чому Британська Рада опікується підвищенням кваліфікації вчителів з англійської мови з усієї України? Презентація результатів проекту «Думайдан-2017». Що є запорукою порозуміння в суспільстві? Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! Програма «Важливо про» розпочинається. Працюємо, як і зазвичай, в прямому ефірі. Можна телефонувати до нашої студії за номером 0800 50 13 66. І перша тема, яку ми проанонсували, будемо говорити про доповідь за підсумками проведення польової моніторингової місії в грудні 2017 року. І ця доповідь має назву умовно «Живемо як у резервації». І вітаємо в нашій студії В'ячеслава Ліхачова, координатора відділу документування порушень прав людини на Донбасі благодійного фонду «Восток СОС». Вітаємо вас. Сьогодні маємо текст цієї доповіді також в нашій студії. Можемо показати нашим глядачам, якщо це вдається. Зараз попрошу режисерів скадруватися і можемо подивитися, як вона виглядає. Ну, а загалом, звісно, розпочати нашу розмову хотілося б з того, власне, коли відбувся моніторинг і які порушення прав людини були у фокусі групи, яка працювала з цими порушеннями. Мы как благотворительный фонд «Восток СОС», который постоянно присутствует в регионе, в повседневном режиме проводим работу по изучению гуманитарной ситуации, по документированию военных преступлений и по изучению ситуации с правами человека. Но этот конкретный доклад был подготовлен по итогам международной мониторинговой миссии, которую инициировали наши друзья и партнеры из Германии, организация ДРА. Это третья ежегодная миссия, организованная этой структурой. Каждый год на протяжении 3 лет они формировали международный пул правозащитников и журналистов, с которыми вместе мы ездили по Донбассу и фиксировали ситуацию. В этом смысле очень хорошо, что команда была международная. В этом году принимали участие в нашей миссии коллеги из Германии, Чехии, Беларуси, России, наши украинские партнерские организации. Это делает доклад более убедительным и гарантирует его беспристрастность, с одной стороны, а с другой стороны, у нас есть замечательная возможность для представления нашего видения ситуации в Европе. Доклад даже сначала был издан на английском в Германии, он был издан на русском, сейчас мы сделаем презентацию украинской версии доклада. И это очень хорошо для нас, потому что в Европе постепенно теряют чувство актуальности происходящего здесь. В Европе падает постепенно интерес и осознавание важности происходящего на Донбассе, и нам важно было напоминать европейским партнерам, международным организациям о проблемах, которые до сих пор остаются актуальными здесь. Что касается непосредственно нарушений, которые были зафиксированы в ходе миссии, это не планировалось специально, но так получилось, что полевой период работы миссии совпал с наибольшей за 2017 год интенсивностью боевых действий. Это был период, когда Россия вышла из ЦКК. Это был период, когда градами накрыло жилые районы в Новолуганском. И мы посетили Новолуганское буквально на следующий день после обстрелов. Мы фиксировали военные преступления последствия обстрелов. Мы фиксировали военные преступления последствия подрывов мирных жителей на растяжках и другие военные преступления. Мы изучали ситуацию с соблюдением Украиной позитивных обязательств в том, что касается базовых прав человека, таких как право на образование, свобода передвижения. Мы изучали в целом гуманитарную ситуацию в условной прифронтовой линии в пределах 10 километров вдоль линии размежевания в Луганской и Донецкой областях. Наскільки змінюється ситуація з порушенням прав людини у цьому регіоні? До речі, про який саме регіон йдеться? Ми трошки про це сказали і зрозуміло, що Донбас, але які саме населені пункти були промоніторені і якою є там ситуація? Наскільки змінюється тенденція щодо порушень прав людини? Чи з'являються, можливо, нові категорії правопорушень, чи, можливо, зникають якісь інші?
В первую очередь в фокусе была Луганская область, и это было сделано сознательно, потому что, как правило, больше в поле внимания международных организаций, да и украинской общественности, попадает Донецкая область. Луганская область менее исследована, менее изучена, у нее есть свои инфраструктурные сложности, она находится в несколько более проблемной ситуации с разных точек зрения. Ну, например, в Донецкой области функционируют 4 КПВВ, по которым можно пересечь линию размежевания с неподконтрольной территорией. На всю Луганскую область это только одно КПВВ, станица Луганская, в которой даже невозможен проезд на автотранспорте, возможен только пеший проход. То есть в Луганской области есть некоторые свои особенности, и, наверное, в целом можно констатировать, что она находится, ну, так, немножко в тени, и проблемы там в большей степени связаны с пассивным невыполнением государством своих обязательств. Нельзя говорить о том, что ситуация в какой-то сфере сильно ухудшается. Но, к сожалению, констатировать отсутствие улучшения ситуации из года в год, если говорить с точки зрения международной миссии, которая приезжает раз в год, констатировать отсутствие позитивной динамики по целому ряду направлений, это очень, само по себе очень печально. Особенно в том, что касается непосредственно территории, прилегающей к линии размежевания, потому что чем дальше вглубь подконтрольной украинской территории, тем больше видно позитивных изменений, восстановленных дорог, работающих нормально государственных институтов, обеспеченного людям доступа к образованию, к административным услугам, к здравоохранению. В прифронтовой территории меняется все очень медленно, мало или не меняется вообще. И если говорить с точки зрения ситуации, в которой оказываются люди, то чаще всего мы слышали от людей, когда все это кончится, люди смертельно устали от ситуации в сфере безопасности, от обстрелов, они смертельно устали от того, что они чувствуют себя отрезанными от украинского государства, хотя находятся на подконтрольной Украине территории. Вот это название нашего доклада, это высказывание одной из жительниц поселка Золотое, оно символически воплощает ощущение этих людей, которые чувствуют себя заброшенными, чувствуют себя предоставленными самим себе. Государство не в состоянии обеспечить их базовых потребностей, даже в том, что касается доставок продовольствия, медикаментов, газа, воды, электроснабжения. В какой-то степени эти потребности покрывают международные гуманитарные организации. К сожалению, в этой сфере есть негативная динамика, потому что международные гуманитарные организации сокращают свою работу на Донбассе и постепенно ее сворачивают. И это тенденция, которая будет прослеживаться в ближайшие год-два, и это некоторый вызов, на котором нам, как украинскому обществу, необходимо ответить, потому что государство сейчас эти потребности, базовые потребности населения, не в состоянии там покрыть. Об'єднані територіальні громади і досі не працюють на прифронтових територіях. Ну, они не то, что не работают, они там не созданы. Не створені. Вообще проблема с администрированием, проблема с управлением, ну, органами местного самоуправления, там, где они сохранились, военно-гражданскими администрациями или гражданскими администрациями, там, где они работают, это одна из основных проблем, связанных с присутствием государства на этих территориях. У нас сложилось ощущение, что военно-гражданские администрации не могут быть панацеей, как минимум. Они позиционировались как возможность вести эффективное управление этими территориями, в которых нельзя доверять делу случая, делу выбора местным, может быть, нелояльно по отношению к Украине настроенным элитам, поэтому там не проводились местные выборы. Там, где остались местные советы, они были избраны еще там, в 2010 году, и последние 3 года их легитимность подвергается сомнению, хотя на самом деле там, где они работают, возможно, органы власти функционируют немножко более эффективно. Военно-гражданские администрации формируются непрозрачным образом, община местная никак не может повлиять на эти назначения. Военно-гражданские администрации, нет никакого механизма гражданского контроля над их деятельностью. Там все очень зависит от человеческого фактора, от того, насколько эффективен конкретный руководитель. Он может быть более эффективен, он может быть менее эффективен, но на системном уровне никакого механизма контроля за военно-гражданскими администрациями нет. Военно-гражданские администрации, они по сути решают... Невозможно повлиять на их решение, возможно, даже их проконтролировать. Они не зависят с точки зрения там, выборов или с любой другой точки зрения от местного населения. У них немножко другие задачи, нежели у гражданских администраций. У них все-таки в первую очередь стоит актуальный вопрос безопасности. Да? Сейчас, когда все-таки линия размежевания последние 2 года не сдвинулась ни на метр, ни в ту, ни в другую сторону, сейчас, когда интенсивность боевых действий значительно снизилась, мне кажется, что в фокусе внимания государства там должно быть
должно быть возобновление нормальной жизни, нормальной гуманитарной ситуации и нормальных условий жизни местного населения. Это не то, что в фокусе военно-гражданских администраций. Это, к сожалению, есть проблема. А есть проблема отдельных населенных пунктов, где в силу того, что главы военно-гражданских администраций не были назначены, как в Золотом, которое стало символом вот этой неэффективности этой системы, где полтора года нету главы военно-гражданской администрации, где не функционирует районный совет. Это то самое Золотое, в состав горсовета которого было включено село Катериновка, недавно еще раз триумфально освобожденное, которое посетил президент. И вот этот контраст между какой-то такой, между тем, как это выглядит из Киева. Еще одно село, украинская власть туда пришла, все замечательно, а с другой стороны на месте мы видим, что на самом деле украинская власть там формально присутствует давно. Эта территория никогда не была занята ни сепаратистами, ни российскими военными. Последние 3 года она как минимум подконтрольна украинской власти, но реально власть там не присутствует. Там не присутствует, невозможно не получить административные услуги, там нету банков, там нету транспорта. Катериновка отсечена от другой подконтрольной территории неработающим КПВВ «Золотое», что затрудняет доступ, вообще пересечение КПВВ, возможно, там только по документам, по разрешениям. Дети оттуда физически либо вообще не могут, либо им крайне сложно посещать школу, потому что им надо каждое утро пересекать это КПВВ только в сопровождении взрослых, и они пешком идут до школьного автобуса 3-4 километра. С инфраструктурой дуже-дуже слабка ситуация. Да, реальная ситуация заключается в том, что эффективность органов власти, как оно выглядит из Киева, и как оно становится понятно, когда ты наблюдаешь ситуацию в регионе, видно, что есть много проблем. Дуже важливо запитати у вас щодо фіксації воєнних злочинів. Злочини скоєні противником, я так розумію, що було зафіксовані деякі, принаймні, що стосується обстрілів, тоді активна фаза бойових дій була, принаймні, у цей період. Чи було зафіксовано злочини, які скоєні були українською стороною? Мы, как украинская правозащитная организация и как участники международной миссии, разумеется, стараемся стоять на позиции беспристрастности и фиксировать военные преступления, какой бы стороной они ни были совершены. В том, что касается обстрелов, ситуация выглядит несколько проще, потому что понятно, что прилетает с неподконтрольной территории, это все документируется, эти материалы не пропадают зря, они все направляются в Международный уголовный суд, и мы надеемся, что в том числе материалы, собранные в ходе миссии, получат свое какое-то юридическое продолжение в юридической работе. Что касается других преступлений, то действительно были зафиксированы несколько фактов подрывов на растяжках, например. Например, в той же Катериновке только в декабре прошлого года было 2 случая подрыва на растяжках. Мы посещали пострадавшего в больнице, интервьюировали их. В случае с растяжками не очень понятно, кто их устанавливал, хотя у нас нет точных данных, но мы подозреваем, что в данном конкретном задокументированном случае это были диверсионные разведывательные группы, которые заходили с той стороны. Ну, безусловно, мы такие случаи тоже фиксируем. Есть случаи преступлений со стороны украинских военных, насилия по отношению к гражданскому населению. И такие случаи мы тоже документировали. Важно, то есть были такие случаи, которые были зафиксированы и задокументированы в ходе миссии. Но в целом надо подчеркнуть, что по сравнению с ситуацией 2014-2015 года, с тем, что происходит на подконтрольной территории, ситуация сильно улучшилась. Преступления, которые сейчас иногда все-таки, к сожалению, совершаются, они расследуются, виновные более-менее или наказываются, или находятся под следствием. Нету игнорирования проблемы с украинской стороны, есть желание наказать виновных, есть некоторая проблема с преступлениями, которые были совершены раньше и которые не всегда были до конца полностью эффективно расследованы, не все были привлечены к ответственности. Эта Раніше проблема ви есть. Маєте на увазі? В 2014-2015 году. Ще в ті роки. Да, ну вот то, что опять-таки было зафиксировано в ходе миссии, мы интервьюировали сотрудников правоохранительных органов и родственников пострадавших от действий батальона «Торнадо». Мы посетили бывшую базу батальона «Торнадо», где удерживались люди. И там есть значительное количество эпизодов, в том числе с исчезновением людей, с большой долей вероятности в итоге убитых, которые не были расследованы и виновные конкретные не были эпизоды, которые не были включены до справы, да, в загалом, да, «Торнадо». Есть ощущение, что
то, что было расследовано, это только часть преступлений, и, соответственно, те люди, которые были привлечены к ответственности, это, к сожалению, не все, которые совершали правонарушение и преступления. Сьогодні ви презентували цю доповідь, і в кінці я знаю, що були сформовані певні рекомендації. Кому ви будете ці результати надавати і на що звертати увагу? У докладу дві основні цільові аудиторії. Оскільки місія носила міжнародний характер, як я сказав, у неї є. Вона напечатана також на англійському, і вона буде презентована також в Берліні і, наверное, в Празі. Одной цельовой группой доклада является международное сообщество. И тут нашей целью было привлечь внимание и еще раз напомнить, что боевые действия продолжаются, что люди продолжают гибнуть, что если новости из с востока Украины сошли с первых полос и с там, первых сюжетов в европейских новостях, это не значит, что там ситуация стабилизировалась, потому что есть ощущение, что у международного сообщества и у европейских структур, и государственных, и негосударственных, есть некоторый соблазн отодвинуть украинскую повестку дня немножко подальше, потому что есть другие и более актуальные, в том числе гуманитарные проблемы, там, Сирия, беженцы, турецкое наступление на курдские территории, беженцы в Европе и так далее, совершенно верно. То есть есть некоторые соблазны сказать, что ну, там в Украине вроде все стабилизировалось, мы сейчас займемся другими вопросами, и с Россией, наверное, тоже можно как-то налаживать отношения, потому что надо же куда-то продавать Мерседесы и так далее. Все-таки они все существуют в какой-то со своей повесткой дня и своими потребностями. И то есть в певных взаимозвязках. У нас была задача напомнить европейскому сообществу, что все продолжается, что необходимо продолжать и давление на Россию. И для нас является очевидным, что Россия осуществляет общеэффективный контроль за оккупированными территориями. Необходимо, чтобы это понимание укоренилось в сознании европейских чиновников и сотрудников международных структур. И единственный способ улучшить ситуацию с безопасностью вдоль линии размежевания – это косвенное давление через Россию на де-факто власти оккупированной территории. И это то, что должны делать в первую очередь наши европейские партнеры. Что касается украинской власти, то здесь мы дали ряд рекомендаций по улучшению гуманитарной ситуации, которые, на наш взгляд, реалистично можно предпринять. Нам представляется важным поддерживать связи с населением оккупированной территории. Мы считаем, что следует увеличить количество контрольно-пропускных, контрольных пунктов въезда и выезда в Луганской области, облегчить пересечение для людей, потому что нам крайне важно поддерживать связь с этими людьми. Украинского государства есть положительные обязательства по отношению к украинским гражданам, в том числе оказавшимся на оккупированной территории. И, безусловно, в том, что касается налаживания нормальной жизни, реальное обеспечение права на доступ к образованию на подконтрольной территории, улучшение гуманитарной ситуации, то, что зависит от органов украинской власти на подконтрольной территории. Мы на это тоже обращаем внимание и об этом тоже говорим. Зараз маємо телефонний дзвіночок. Будь ласка, представтеся, мы вас слухаем и ставьте свои запитання. Меня зовут Юрий Сергунец. Так, будь ласка. Скажите, не является Россия угрозой для всего мира? Ну, такое запитание. Нам было сложно это выяснить в ходе нашей полевой миссии. А в ходе нашей полевой миссии было достаточно очевидно, что Россия является угрозой для Украины. Поэтому только на правах своего личного мнения я могу сказать, что Россия, безусловно, является, возможно, самым важным вызовом международной системе безопасности и стабильности, которые есть на сегодня в мире. Но, безусловно, это мое личное мнение, я не могу его позиционировать как мнение, сформировавшееся в ходе нашей мониторинговой поездки. Звісно. И еще такое запитання. Как можливо виправити ситуацию с тем, чтобы працювали, принаймні, органи місцевої влади у тих населених пунктах, про які ми сьогодні згадали? Адже це перше і кричуще запитання. Ви знаєте, коли работала місія, на тот момент по юридической ситуации ожидалось, что вот в феврале закончится трехлетний срок, на который по закону создавались военно-гражданские администрации. Они же создавались как временный орган с сроком, оговоренным в законе, ну, там, либо до конца проведения антитеррористической операции, но не больше, чем на 3 года. В феврале сейчас должен был истечь срок их полномочий, и нам не было понятно, как будет дальше развиваться ситуация. В новом президентском законе
который широко известен как закон про реинтеграцию. На наш взгляд, неправильно его так называть. Ну, там немає жодних кроків щодо реінтеграції. Ні реінтеграції, да. Но в новому президентському законі на рівні технічних правок було исключено із закону, введшого воєнно-гражданські адміністрації, це временне ограничення. Тобто, очевидно, що вони будуть працювати ще неопределенное бессрочное время. Вот на период проведения миссии еще не было понятно, как будет дальше развиваться ситуация. И сейчас крайне важно смотреть, как не только в этой части, в части ограничения на свободу передвижения, в части усиления полномочий военных, в части введения в юридическое поле КПВВ. Нам надо в постоянном режиме мониторить ситуацию, отслеживать, как будут происходить реальные изменения на уровне подзаконных актов того, что предусмотрено в новом законопроекте. То есть, коротко говоря, это просто ситуация, которая сейчас находится в развитии, о которой еще рано говорить, которую необходимо отслеживать для того, чтобы сделать выводы и какие-то возможные рекомендации о том, как будет развиваться. В целом мы считаем на самом деле, по тому, что мы видели, потому что мы знаем из нашей повседневной работы, там, где продолжают работать органы местного самоуправления, пускай со всеми слабыми сторонами неполного состава и сомнительной легитимности на протяжении последних 3 лет, власть все-таки более эффективно осуществляет свои функции. Потому что есть все-таки какое-то равновесие между местными советами, исполкомами и военно-гражданскими администрациями. Местные исполкомы как-то в большей степени озабочены реконструкции и восстановлением инфраструктуры, дорог. И это просто видно в населенных пунктах, где они работают. И мы считаем, что на самом деле неправильно отсекать значительную часть населения Украины от участия в местном самоуправлении, от участия в местных выборах. Мы считаем, что следовало бы постепенно вводить нормальные органы местного самоуправления, потому что одно дело все-таки ситуация 2014-2015 года, когда были интенсивные боевые действия, когда еще сдвигалась линия контакта, и эта ситуация была ситуацией, в которой было логично отдать контроль за безопасностью и местной власти военным. Сейчас, когда ситуация более-менее стабилизировалась, мне кажется, все-таки надо переходить к нормальным, общим для Украины, законным способам формирования местной власти. Это такая общая рекомендация. Но как сейчас будет все происходить на практике, мы будем продолжать наблюдать. С громадянами уже, звісно, потрібно працювати в цьому напрямку так само. Это самое важное. Работа с населением на подконтрольной освобожденной территории – одна из самых важных вещей, которую надо сделать, и это работа, которая, к сожалению, государством в значительной степени последние 3-4 года была провалена. Дякуємо вам дуже за цю розмову. В'ячеслав Ліхачов, координатор відділу документування порушень прав людини на Донбасі благодійного фонду «Восток-СОС», був гостем нашої студії прямого ефіру. Програми «Важливо про». Зараз ідемо на соціальний блок, і після чого повернемося до цієї студії вже з новим гостем. Дочекайтеся. We'll be right back.